18 ноября заключительным праздничным мероприятием, посвященным 212-летию Казанского федерального университета, стал праздничный концерт хоровой музыки «От сердца к сердцу», участниками которого были хоровая акапелла имени Леонида Усцова КФУ и академический хор Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина. А по традиции «Альма-Матер» поздравили Казанский федеральный большим концертом в КСК «Уникс», где собрались студенты, преподаватели и выпускники университета. С приветственным словом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Знаете, день рождения – это всегда праздник семейный, близких людей. Важность совместной работы, выступая с поздравлением КФУ, отметил и министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов. Важной частью праздника стало награждение ученых университета. Все они внесли большой вклад в дело продвижения КФУ в мировом академическом сообществе. Однако успехи ученых – это лишь одна сторона жизни университета. В Казанском федеральном у каждого есть возможность раскрыть свои таланты в науке, спорте или творчестве. И большой праздничный концерт тому подтверждение. Насыщенную программу составили номера танцевальных и вокальных коллективов университета, студенческой школы КВН, а также множество других талантливых ребят. Кроме того, гостями праздника стали представители вузов из разных регионов России. Некоторые приехали не с пустыми руками. Конец вечера получился вкусным и сладким, ведь студенты преподнесли ректору большой праздничный торт. И все вместе загадали желание, задув свечи вместе с главой университета. А наш канал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию этого знаменательного события. С днем рождения, КФУ! Хочется пожелать процветания, чтобы оставался таким же многоуважаемым, многолюбимым университетом, не только в Татарстане, но и по всей России. В первую очередь здоровье КФУ, чтобы он был самым крутым университетом, поднимался в рейтингах постоянно, и чтобы его институты также были всегда первыми. Дорогой Казанский федеральный университет, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе процветания во всех твоих делах. Пусть каждый проект всегда реализовывается в успешное дело. Казанский федеральный, желаем тебе, чтобы круглый год все было гладко. Я люблю Казанский федеральный. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универ Ньюс.